Добрый вечер, с вами Азамат Ашимов, и вы смотрите спортивные новости на телеканале Атамекен Бизнес. В Алматы наградили призеров чемпионата мира по боксу среди женщин, прошедшего в мае в Стамбуле. Напомним, сборная Казахстана завоевала 5 медалей, одну серебряную и 4 бронзовые. На мировом первенстве, где принимали участие 300 спортсменок из 72 стран, наши девушки в полном составе выступили на турецком ринге и показали достойный результат. Бронзовые медали на счету Жайны Шекербековой, Дины Жоламан, Карины Ибрагимовой и Валентины Хальзовой. Серебряную медаль завоевала Алуа Балкибекова. Все спортсменки получили денежные сертификаты от 10 до 30 тысяч долларов из рук президента Казахстанской Федерации бокса Кенеса Ракишева. Также призерам были подарены смартфоны последних моделей. Не остались и без внимания представители тренерского штаба во главе с Шамилем Сафиулиным, личные тренеры и комплексная научная группа, получивших вознаграждение от 800 до 1300 долларов. Один из самых важных аспектов подготовки – это не только профессиональные спортивные подготовки, а также фармакология, то есть те новые технологии, которые сегодня применяются во всем мире, мы должны тоже учитывать, смотреть, чтобы аспект здоровья очень важный играл роль. Поэтому мы уделяем внимание всем данным аспектам. Мы сейчас должны готовиться к самому главному соревнованию, это Олимпийские игры. И в этом плане мы сейчас сосредоточены и очень сфокусированы. Новый тренер, как вы знаете, пришел недавно. И он сейчас настроен на то, чтобы команда, которая сформирована, была полностью подготовлена к олимпийскому циклу.